Это вот у меня абрикос Фаина. Была дикая жара, я не успел снять пленку. Приехал. И два из проклюнувшихся, три, даже четыре высохли. Остальные, я думаю, будут жить и будет все хорошо. Тут сыновья манжурца, академик-пианиста, не пошли почему-то, не знаю. Поздний Филиппьева пианиста. Два вылезли. Будем надеяться, что еще вылезет что-нибудь. Дальше. Так, королевский пианиста тоже не взошел. Один. Академик Железова, вот он. Красавец. Дальше ничего не взошло из Серафим Железа. А дальше Триумф. Это у нас Бай Железова. И он сильно начинает ветвиться сразу в первый же год. Тут 9 из 10. Да, 9 из 10. Нет, брешу. 10. Амур Железо тоже 9 из 10. Хорошо зашли. Это манжурский Железо. 4 штуки почему-то из 20. Здесь жердель 2 штуки из 20. Не знаю почему. Сихотэ-Алинский. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 из 40. Ну, непонятно, в чем дело. Это персики. Это хасанские. 4 штуки взошли. Минусинские не взошли из 5 ни одного. Так. Хабаровский из Мелюза. Тоже не взошел. Не знаю почему. Вот это 2 зашли. Я во дворах в городе нашел косточки, взошли 2. Здесь 6 штук всего было. Это дворовый. А здесь амур-сеянец номер 5. Вот из 6 6 зашли. И неплохого размера, уже до 40 сантиметров доходят все, которые зашли изначально. Здесь вот у меня всходит горный абакан Алексея Юрьевича Немытова, который дал он мне 7 мая, сегодня вот 7 июня. Он их дал мне сухие из холодильника. Я их расколол по методу украинского друга и стратифицировал. Так. Здесь у меня на местный оренбургский привит был Серафим из Мелиуза. Пошла почка, все нормально, но почему-то вот засохло. А родного я оставил специально одну веточку, чтобы отслеживать изменения генетические. Вот он, хороший уже, 40 сантиметров есть. Идем дальше. Дальше у меня... Хабаровский брал Раиль из Мелиуза тоже. Вот прививка сверху. 3 веточки растут. А снизу 2 родных оставил ростка. Тоже посмотрим, как они будут отрабатывать генетические изменения. А здесь вот персики из Мелиуза. Зашли. Вот 1, 2, 3. Это, наверное, тоже вон 4. И пока что-то тихо. Из 60 штук. Не знаю почему. Так, а здесь у меня привитый саратовский рубин. Местный абрикос. Я это оставил тоже снизу веточку. Сверху, в принципе, неплохо пошло. Посмотрим, что у нас вырастет. Это вот как раз те
местные абрикосы, на которые я прививал, которые я купил несколько саженцев. Я их обрезал весной. Они вот так вот наросли. Штамбы им сделали хозяева предыдущие. Не знаю зачем. Вот еще один абрикосик местный. Все посажено на холбы. А это вот саратовский рубин, который купил в магазине. Отрезал с него как раз веточку и прививал на тот. В принципе, чувствует себя неплохо. Так, это у нас Серафим, который покупал у Раиля в Мелиузе. В принципе, тоже себя чувствует неплохо. Вот так вот нарос поздний Филиппьева, который я выписывал Валерия Константиновича. Прижилась одна веточка. Вот она. Прививал на местную сливу, желтую, продолговатую. Вот он уже где-то сантиметров 60-70. Здесь у нас вот тоже сантиметров уже 60-70, венгерка розовая. Так, а эти друзья тут целая куча абрикосов, которые я прививал на ту же сливу, на проростки. Вот хабаровский Раиль Мелиус. Там еще хабаровский. Они от Серафим. Тоже очень неплохие приросты. Мелиузовские. Тоже Серафим, наверное. Целый пучок нарос. Мы будем брать с них черенки, наверное. Так. Здесь у меня слива загадка. Приросты больше метра. Загадка Валерия Константиновича Железова. Не знаю, что у нас будет. Как они заложат, не заложат урожай на следующий год. Будем смотреть. Вот они мне выше пояса уже. Так, это крупноплодный Железова. Он долго приживался, но ничего, пошел. У меня были попытки вишни и черешни на вишню прививать. Не пошли. Так, а здесь слива. Опять та же самая желтенькая. Это абрикос со двора. Прижился. 2-3 веточки. Вот еще одна маленькая пошла. А здесь тоже абрикос со двора. Вот тоже слабенький совсем. Тут я на вишню и черешни прививал, но не пошли. Высохли. Разные сливы прививал, тоже не пошли. Ну, может, потому что поздно прививал. Это моя боль. Был неплохой росток, привил я здесь крупноплодный Железова, поздний Филиппьева. Просто высохло это деревце. Так, а это вот прививка. Что-то очень долго спала. Бельфлёрки, тарки. Но я привил попозже, чем остальные. Тоже пока еще в таком состоянии непонятном. Бельфлёрки, тайки. Так, это у нас крупный из деревни, из одной. Очень хорошо пришел, пошел. Так. Очень даже неплохо. Северный синап. Вот. Привит у меня. Пошли веточки. А здесь апорт кроваво-красный. Тоже очень такие неплохие. По 30 сантиметров больше веточки. Что-то не прижилось. Здесь вот из деревни тоже яблоньки. Здесь прививал ветку апорт кроваво-красный, не пошел он. Это у нас подвойное дерево, Урал 5. Но у него плоды генетически изменились. Родное, маленькое, такого же размера, как сейчас вот эти.
мелкие. А у меня они грамм до 60 доходят. Так. Здесь я вот привил грушу на это дерево. Неплохо. Пошел росточек. А здесь апорт привил. Боковую ветку. Кроваво-красный. Тоже пошел. Не сильно взрослый, но пошел. Ну так, остаточки прививал. А тут у меня дерево-сад получается. Здесь у меня северный синап. Пошла одна веточка из прививок. Здесь у меня поздние красные яблоки. Пошла. Неплохо это у нас. Что-то тут муравьи накрутили. С кем-то тут сидят. Угу. Тлю разводят. Ладно. Это у нас апорт кроваво-красный Валерия Константиновича. Уже до 40 сантиметров и выше пошел прирост. Отличный. Снизу тут поздний красный привитый. Тоже плохо прижилась. А здесь снизу еще тоже крупный, экспериментальный. У него на дереве они огромные, грамм до 500, но не очень вкусные. Ну, я вот решил поэкспериментировать на свой подвой. Так, здесь у меня груша космическая. Вот они, под привой. Груша чижовская. Прирост где-то да, уже почти 40 сантиметров. Космическая. Здесь привита груша Лада. И все это от Валерия Константиновича. Тоже до 30 сантиметров уже прирост. И вот прививки. Вот веточки. Здесь у меня еще на грушу красуля привитые. Это тоже Лада. Но здесь уже прирост больше 50 сантиметров. Космическая здесь не пошла. Не знаю почему. Здесь пошла груша нарядная Ефимова. Из одной веточки тут вот три почки проснулись, пошли. И с грушами все. Есть еще прививки в другом месте. Здесь у меня среднеспелые яблони привиты. Ну, сорт не знаю, белые от товарища. Тоже уже сантиметров 30 самый большой прирост. И кто-то спорол ему верхушку. Съел. Злодеи. Здесь у меня вот на отводке груши дикой, выкопанной на одном из заводов в саду там. Вот, прижились несколько. Сначала высохли из-за того, что жарище было бешеное. Первые почки, которые пошли, высохли. Из них, видать, резервные там пошли. Ну вот некоторые так и не проснулись. Здесь вот прошла. Здесь груша. Угловая дом. Груша от сестры. Тоже угловая дом. Но не пошли некоторые. Пошли отростки снизу от корней. А тут сливы. Который я у брата выкопал. Она не очень крупная, но очень вкусная. Смотрим. Насажал много, чтобы на нее можно было потом, если что, абрикос прививать. Или другие сливы. Посажен на холмике. Это терн из мелиуза тоже или взял. Так растут на холмиках, вот где солома и трава, абрикосики. Как Валерий Константинович советует, делаем. Здесь абрикосы. Я их насобирал под деревом весной у брата. Выше местные мелкие, но по их заверениям очень вкусные. Тоже столько 60 взошло десяток. Посмотрим.
Здесь вот яблоня сибирка. Зашли неплохо. Вот у них что-то рост какой-то очень сдержанный. Маленькие они. Здесь груша уссурийская. Кто-то их кушает с удовольствием, непонятно кто. А здесь у меня яблони из двора поликлиники есть. Дичка из поликлиники, вот она, что-то 2, 3, 4, 5 зашло всего. Следующая у нас яблоня, это моя, кутузовец, тоже 5 штук зашло. А это из магазинных. Нет, это из дички, которую я собирал во дворе, где абрикосы тогда нашел семена. Неплохо они тут себя ведут. Штук 30 зашло. Это из магазинных яблок. Прирост тоже не сильный. Пока еще. Вот из тех же магазинных Флорена. В стаканчиках. Надо их высаживать. Посмотрим. Эксперимент. Будем магазинные. Смотреть, что из них выйдет.